Всем привет, народ. С вами Никейс и Помойка. Привет, Середа. Да, всем привет. Всем привет. Короче, мы с Максимом решили немножко потратиться. Сколько там получилось-то у нас в итоге? 5500 на удачные контейнеры. Короче, взяли контейнеры с вероятностью 4%, потому что, типа, это веселее и... Чё я нажал? А, я нажал купить случайно еще. Фоу. Короче, не ладно. Нужно. Да, нам хватит пока что. Короче, сразу, ребят, с самого начала ролика скажу, что чем больше будет лайков, комментариев положительных, тем больше вероятность того, что выйдет вторая часть открытия с контейнеров. Вот. Ну, а пока начнем. Да, Максим? Да. Очень надеемся, что там танк выпадет. Это не будет так же, как с MX-ом. 30. Да, с MX-30 что-то немножко не пошло. Что тут, К-91, 2000 галочки, может максимум пусть, 250. Ну, короче, поехали. Что, ГУС первого, пожалуйста. 600 голды, 160 тысяч. Понятно. 100 галочки, 150 тысяч, бустеры. Двести галочки. Блин, конечно, короче, за такие сундуки по одному, как это называется, талисман. Вот эта вот хрень, которая на получение танка идет. Гарантированно. Ну да, есть да, второй да, вид сундуков. Да, талисман. Где типа, можно будет купить. Да, там, короче, есть второй вид, где можно, типа, гарантированно получать. То есть... Там, по-моему, 4 талисмана за сундук. Да, да, и нужно 25 штук, но при этом там шансы выпадения 1%. Да, а тут, типа, шансы выпадения повыше, но за один сундук дают один... Сколько? Один талисман, да. Вон, четвертый, поехали. Золото, бустеры. 1200 голды, ни хрена себе. Шикуем. Поднимаешься. 600 галочки. 4 осталось контейнера. Танк. Хорош, да, К-91. Ой-е. Спасибо, картош. Спасибо большое. Я сейчас расплачусь. Да, спасибо, что ты за меня так рад, Максим. Ты очень приятно, конечно. Все, да, открываем эту помойку. Да, давай. В смысле, контейнер ВГ это не помойка, это очень крутая вещь. Годная вещь, не жив. Да. Ну, в принципе, здесь уже проройся второй раз. Да не, не, зови. Не так слишком подфартило, что один раз выпал, второй раз это... Капец он. Слишком будет жирно. Такое... Он красивенький. Ну да, типа прикольный. Короче, народ, я надеюсь, получится на нем постримить, погонять. Так что я расскажу о танчике вам. Вот. Первое впечатление ждите, да. Первое впечатление будет. А то все, что я видел по этому танку, это было, мягко говоря, не очень. Ладно, ребят, всем спасибо на этом. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и ждите первого впечатления обзора на этот огрегат. Все, всем пока.